гости к врачам детской больницы на бульваре Любы Новоселовой в Одинцове приехали действующие депутаты Мособлдумы. Они регулярно посещают это медучреждение и помогают медикам в решении насущных проблем. Мы, в общем-то, с вами уже не первый год знакомы, часто здесь бываем. В принципе, вот вместе, так сказать, много чего прошли. Конечно, на ваши плечи упала гигантская ноша, только лишь благодаря усилиям медиков удалось как-то переломить ситуацию, связанную с ковидом. Нам бы просто хотелось сказать слова благодарности вам за вашу работу, за ответственность. Муниципальные депутаты-единороссы привезли важные для врачей и пациентов подарки – электрочайники. Чайники нам нужны электрические. У нас лежат мамы, которые дети находятся на искусственном вскармливании. Нужно разведение смеси. От нужной помощи в детской больнице не отказываются. В стационаре получают лечение дети в возрасте от 0 до 18 лет с различными соматическими заболеваниями, кроме инфекционных. Большинство сегодняшних пациентов – малыши до 5 лет. Из-за пандемии все посещения запрещены, поэтому на медперсонал нагрузка только увеличивается. Для нашего общества в наше тяжелое время сегодня врачи – это, получается, главные люди, тем более в период эпидемии, то есть пандемии, которая сегодня идет. Мы все очень переживаем, все общество, то есть, находится в стрессе. И, конечно, на этих людей у нас у всех очень большая надежда, что действительно, то есть они как раз стоят на страже спокойствия нашего общества. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».